Народ, всем привет! В этом видео я устанавливаю столешницу небольшую и в нее врезаю рукомойничек, он же умывальник. Место установки. Вот здесь туалет, а вот здесь вот будет этот умывальник. Вон он. Так, надо каким-то образом установить эту столешницу. Конечно же, ее надо будет обрезать и в нее врезать раковину. Ну, по крайней мере, я заказчику сказал, что как бы я не уменьшал, все равно здесь будет выступать. На что он согласился, так и должно быть. Ну, значит, я выполняю. Ну, а пока я соображаю, как мне это все воспроизвести в жизнь, давайте я вам покажу, что я здесь сделал в сауне по мелочам. Такие решетки на пол, чтобы голыми ногами по плитке не ходить. Естественно, сама сауна. Ну, вот это я не делал, стеллажи. Я здесь только повесил спинки. Вот они. Повесил вот эту откидную полку. Очень мне понравился сам механизм. Ну, здесь надо двумя руками внизу нажать, с этой стороны и с той, и она откидывается. Так, на этих двух откидных полках я с двух сторон отпилил по длине. Подогнали так, что она очень сильно терла. Вот об вагонку с этой и с той стороны. Ну, вот я спилил. И ну, вот такие вот две полочки сделал. Просил заказчик такие декоративные. Ну, это все сделано из липы. Вот так. По идее, неплохо смотрится. Первое, что я делаю, это произвожу разметку. Лучше, как говорится, 100 раз померить и 1 раз отрезать. Взял вот этот умывальник, вот перевернул, обрисовал и добавил тело на то, что вот можно было врезать и было не видно дырки, ну, вот, по кругу. Получается, отступил, ну так, чтобы немножко небольшой люфтик был, там, я не знаю, посадится на жидкие гвозди или к стенке прикрепится, вот. Это уже не особо важно. Вот эта часть отпилится полностью. Здесь хотел немного побольше оставить, так как вот этот край линии, это уже будет вот этот умывальник стоять. Вот. Хотел сделать больше, но места мало и ну, не получается. Просто не получилось бы так, что вот установлю эту столешницу, и еще скажет заказчик еще уменьшить, ну, вот эти там сантиметров 3, не помню сколько здесь. Вот. После того, как я отпилю, мне надо будет узнать высоту. Ну, высоту приблизительно 80-90. Там есть одна раковина, я померю, чтобы с нее слезать размер высоты. И можно будет прикрутить уголочки так, чтобы не близко к краю, а чуть подальше, чтобы эти уголки сбоку было не видно. Вот что получилось. Теперь пробуем ее меряем. Типа того. Столешницу установил. Вот она как выглядит. Давайте теперь заглянем вниз. Расстояние от пола до края вот этой нижней столешницы 90 сантиметров. То есть получается 3 сантиметра еще сама вот эта столешница. Я их постарался в глубину утопить, что со стороны унитаза, со стороны двери, чтобы этих уголков особо было незаметно. Ну понятно, да? Здесь все элементарно просто подсоединиться. Вот так получается.
пропись аккуратненько через пенопласт. Струбцинками зажму с этой стороны. И никуда она не денется. Вот они. Отверстия. Два. Существуют такие специальные дюбеля. Вот кто знает. Одна сторона вгоняется в стенку, вторая через пластиковую шайбу и гайку закручивается. Вот, как-то так. Все, всем спасибо за внимание.